що ти спортсменка. Я заорала. Він вийшов зі стату. І став на місце. Вона не здалася. Ну, вона не здалася, заорала я. Вертати ту позицію нам... Пріоритет? Здорова спортсменка. Да. Давай позовем Эдмара. Да. Эдмар! Да. Можно? Приоритет здоровья. У него вышел из сустава. Ситуация. А это возраст какой? Взрослый? Не, это кадеты. А, кадеты вопросов нету. Короче, ситуация. Болевой на локоть. Болевой, да. Хороший. Да. Я вышел, вижу, локоть выходит из сустава. Я закричала от испуга и остановила. А они кричат, сдачи не было, но ее действительно не было. Это кадет. И я остановила, потому что приоритет спортсмена. У него он вышел, да, и потом... Правила, приоритеты, безопасность. А потом назад зашел. И потом, а она потом сгибает руку, он зашел назад, он вернулся. И я остановила. Там ми ж не знаємо. Ти бачив, як він? Так, да, бачив. Всього не бачив. Я думав, що на врача ще позивав. Ну, значить, продовжати. Продовжити. Я встановила, я не можу. Діло в тому, що... Це кадети. У неї... Я встановила, тому що він вийшов із сустава локоті. Там написано, правда, що суддя може не в такому випадку, але там не написано, ми даємо побіду чи ні, тому... Продовжуємо далі. Як ви скажете? Що діло? Ні, діло так, як... Біле діло, а синє... А в цій двокошній вже є. Белое делала, у синей в руках. Вы уже ничего не даете, продолжайте. Хорошо. Стойки. Там не написано, стойки. Да. Они партеры, да? Были? Бал какой-то давайте. Не, давай. Нет, нет, нет. Они в партере были? Да. Тогда сажаешь в партере. Кто был сверху, кто был вниз. Да, в маунт сидит, да. Садишь, я в маунт. Да. С фулл маунт просто сиди белый, и все. Если ты думаешь, будет на шаге, да. Фулл-маунт, я так, а другой сверху. Та сверху садится, руки на ней. Пускай продолжает. Да. Если будет умная, будет добивать. Да. Да. Потому что в партере они были, такая ситуация, мы должны вернуть их в партер. Исходную позицию фулл-маунт. Моей вины нет, постановки. Да нет, все, продолжаем, вопросы нет. Ты все правильно сделал по правилам, просто у нас дальше не расписано. Поэтому мы должны консультацию. Только не на болевой фулл-маунт. Да, да. По команде работать. Душить. Нас пробивали нульовики, не такі, що поняв. Ні, нульовики, коли душать. Алін, це ошибка, не можна. Хоча, не можна бить? Сказали, що не можна, хоча я тобі скажу тоді. Фабіат, не можна. Да. Бо там,